кто из участников форума «Синергия Севера» получит грантовую поддержку, вопрос решит Межведомственная комиссия правительства республики. Об этом сказал министр по делам молодежи Афанасий Владимиров на брифинге по итогам форума. Напомню, мероприятие прошло с 21 по 25 июля этого года в местности Артодайду Хангаласского района. Участие приняли 400 молодых ребят. В общей сложности они представили 77 проектов. Экспертный совет выявил 19 лучших. Окончательный список грантополучателей утвердит специальная комиссия правительства республики.